Время у нас какое? Так, значит, через 2 часа. Смотри, какая. Да брось ты ее. Ух ты. Через 2 часа около парка, понял? Хорошо, буду ждать, давай. Сергей Анатольевич, вот, посмотри. Нормально. У вас метр. Так, так, еще. Андрюх, нормально, нормально. Вот здесь, отрежь. Привет. Привет. Анчар. Анчар. Сидеть, Анчар, сидеть. Иди сюда. Развод уже был? Нет, еще. Давай быстрее. Ага. Анчар, сейчас придет хозяйка. Подождите. Помыть теперь надо ухо. Сейчас скажу. Так бежала, думала, не успею. Все, ребята, все, все на инструктаж. Ребята, все в порядке. Сегодня сделали много. Могли бы и больше, между прочим. Вот посмотрите. Да, кстати, надо нам во вторник все это кончить. Нас ждет встреча с интересным человеком. С кем? С кем? С Дмитрием Шпаро. Это который до Северного полюса на лыжах дошел. Он самый. Ура! Тише, ребята, тише, ближе к делу. Шпаро. Сегодня патрулируем 3 группами. Первая группа идет в парк. Понял. Так, вторая группа дежурит около перекрестка возле новой школы. Там пацаны постоянно выбегают на мостовую. Будь зелено, товарищ генерал. Ну ладно, ладно. Вот. Я с третьими. У кинотеатра. Там пацаны вчера устроили драку. Все ясно. Ой, или что в прошлый рейд произошло? А что? Зачем ты в драку полез? А это еще вопрос, кто полез. Ребят, сколько раз он говорит, не влезайте ни в какие склоки и драки. Вызовите сотрудников милиции, они сами разберутся. Договорились? Ну как? Да не, ребят. Ты чё? Не могу. Мне еще в магазин. Кормилец. Ну давай. До вечера. Салют. О, Гия! Ост, привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Видать, плохи дела у наших славных цирюльников. Все как в лучших домах. Не знаю, как в лучших домах. А вот стекляшка скоро закроется. Я за. Ай-яй-яй-яй. Итак, господа, классическая картина мира. Где-то недостача, а где-то излишки. Вопрос. Как пополнить недостачу? Как? Путем изъятия излишков. Правильно. Правильно. О! Вижу цель. Здорово, Орел. Ты чего, своих не узнаешь? Нет. Еще друг называется. Ну что ты, Славик, ну? Я не Славик, я Петька. Точно, Петька! Ты сегодня кашу с маслом ел? Ну, ел. А вот у этого дяди со вчерашнего дня крошки во рту не было. Видишь, какой худой? Выручай, друг. Ну, дай 19 копеек на булочку дяди. А у меня нету. Нету? Хочешь, я тебе новый прием покажу? Давай. Ну-ка, дай посмотрю. Ну, хватай меня. Богатенький Буратинка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нельзя же обманывать старших. Чему вас только в школе учат? А в школе учат то, что чужое брать нехорошо. Ух ты, головастик. Сам головастик. А? Чего-чего? Еще за головастик опять раз, два, взяли. Им. И раз. И два. Ну ладно, хватит, ребят. И три. И четыре. А ну отпустите его, силы никуда девать, отпустите. А что, собственно, произошло, Сафонова? Пошутить нельзя, что ли? Правда, Славик? Я не Славик, я Петька. Ну, какая разница? Разберемся. Так-так. Да, подряд 3 двойки – это много. Не думаю, ну, какие там личные счеты? Все неудачи вашего сына я связываю с турнирным положением Спартака. Да-да, загляните в таблицу чемпионата, и вам все станет ясно. Ну, как педагог я этого
советовать не могу, но сдерживать ваши искренние порывы не стану. Всего доброго. Ну вот, извольте видеть, претензии к педагогам. Сейчас вообще стало модно ругать школу. Да, нам тоже достается. Эти критики забывают, что они родители. И в первую очередь призваны природой воспитывать детей. Можно? Тамара Ивановна, классный руководитель 9А. А это товарищ Воронин, инспектор по делам несовершеннолетних. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Надеюсь на вашу помощь. Тем более, что эти ребята мне совсем не знакомы. К сожалению, не только вам. Это как понять? Ну, как вам объяснить? Вот плохо учится человек. Опекаем, стараемся разобраться. В семье не лады, тоже пытаемся помочь. Такие всегда на виду. А у этих все хорошо. И в школе, и дома. Вот и получается, что про них-то мы ничего и не знаем. Ну что ж, постараемся вместе разобраться. А как они сами оценивают свой поступок? Говорят, что просто пошутили. Да, пошутили. Вообще-то эта шутка скорее напоминает грабеж. Был рад с вами познакомиться. А мы заочно уже знакомы. Да? Мне ребята все уши прожужжали про ваш клуб. Это скорее их клуб. Сами строили, сами устав писали. Да вы заходите к нам, будем очень рады. Спасибо. Можно? Здрасте. Здрасте. Я опоздала. Простите. Виктория Павловна Бойко. Ой, как это сейчас сильно кстати. Ну, представляете, у меня только в этом месяце 4 командировки, 2 горящих материала и большой цикл в журнале. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто не знаю, как его наказывать, я не умею. Кстати, я читала вашу последнюю статью, да? Мне там понравилось то место, где вы говорите, что наказание – это вмешательство хирурга в ошибку терапевта. А, верно. Когда была эта статья? В четверг. Но если говорить честно, то, конечно, мы его баловали. Потому что Коля в детстве очень сильно болел. До свидания. Я все время отдавала сыну, а потом уже, знаете, я так набросилась на работу, что даже не успела заметить, как Коля вырос. Вы уж меня извините, но я вам хочу дать совет. В этом возрасте ребята очень тянутся к отцу. Да? Это верно. Вас подвезти? Нет, я спасибо, я пешком. До свидания. До свидания. До свидания. Вот так. Крутишься, как белка в колесе, а потом получаешь. Что такое-то? Да вот школа бассейн строит. Никак не могут дождаться отделочников, да. Бассейн, это хорошо. Отделочники, да? Отделочники. Я что-нибудь придумаю. Отделочники. Это ж не дачу строить, это же детям. Вас подвезти? Да нет, мне тут недалеко. Очень да? рад познакомиться. Я тоже. А вы, собственно, чей родитель? Да я не чей, я из уголовного розыска. До свидания. Всего доброго. О, явился голубчик. Шляются тут. И Славка опять с ними. Это какой? В курточке который? Ну да. Славка Горяев из нашего подъезда. Как отец пить стал, парень и прибился к этим. Да и Ольга тоже. А что Ольга? Да деваться ей некуда. У людей дом, семья. А у нее что? Что у нее? А, безотцовщина. Иной раз к себе приглашу. Вроде отойдет немного. С внуком допоздна заиграется. А иной раз как с цепи... А ты откуда их знаешь, Оля? Кого? Ну, этих ребят. А вам зачем? Просто так любопытно. Ну, если вам так любопытно, познакомились мы с ними в консерватории. Ну, девушка, последний раз говорю, будешь платить?
Я уже много раз объясняла. Я этих ребят не знаю. Мы только что познакомились. Они меня пригласили и вот ушли. А мне это без разницы. Ну и копейки. Ну, я тогда пошла за милицией. Девушка, я ведь не шучу. В чем дело? По какому поводу бушует сфера обслуживания? А? Неужели вы забыли, девушка, что человек человеку... Френд! Друг! А? Мы можем заплатить за нашего друга? Можем. А? Девушка. Спасибо, девушка. Ведь мы же друзья. Так что, из консерватории мы уже шли вчетвером. Это я понял. Интересная история. Кажется, твои постоянно растущие потребности достаточно быстро удовлетворялись. Ну так сделай милость, объясни. Чего тебе не хватает? Я, по-моему, ничего не прошу. Ну да, конечно, не просишь, конечно. Просит, как всегда, мать. Так в чем вы меня упрекаете? В чем? Если об отделочнике, то это не просьба. Это школе нужно помочь, понимаешь, школе. И, кстати, у тебя есть такая возможность. Ты можешь оформить это все как шефство. В конце концов, это нужно твоему ребенку. Я уже всем обещала. Да на таком ребенке пахать можно. Встреча такого в темном переулке. Душа в пятки уходит. А я-то думаю, что ж тебя машина к самому подъезду подвозит? Что с тобой? Как ты с ним разговариваешь? Ты еще заслужи, заработай такое положение. И все? А дальше, мам? Ты забыла? Про трудности, про лишения. Про то, что отец мои годы, про единственный костюм. Да, между прочим. Переходи дальше к конкретным примерам. Что на стоимость моих джинсов вы жили в течение полугода, я все понял. Я все понял, да. С завтрашнего дня я полный трудового энтузиазма иду на завод. Не юродствуй. А что? Я буду в поте лица искупать грехи свои. Там работать надо, миленький, понимаешь? Работать. А работать надо еще уметь. Это тебе не медики из малышей вытряхивать. Саша. Да, отделочники вам обойдутся гораздо дешевле. Так, все, хватит. Мне послезавтра нужно сдавать материал. Прекратите. Нет, почему же? Пусть говорит, пусть продолжает. А ты слушай, слушай. Что, не нравится, да? А отделочников в школу вы все равно выделите. Не ты, так мама поможет. А потом еще в своих статейках будет учить других, как жить. Пошел вон отсюда. А вот это ясно. Ну вот, что посеешь, то и пожнешь. Это что, упрек мой адрес? Знаешь что, я делаю все, что я могу. На больше у меня уже нет ни сил, ни времени. А ему сейчас, между прочим, важнее отец, мужчина. Я устала уже быть единственным мужиком в доме. Оторвись от своих проблем, от своего кресла, от этого телевизора, и ты увидишь, что у тебя взрослый сын. Считай, что это твой самый лучший комментарий. Будем надеяться, что в этом кабинете нам с вами не придется больше встречаться. Понятно. Понятно. Ну ладно, время покажет, как вам понятно. Идите. Пошли. До свидания. До свидания. До свидания. Сняли твоих. Зачем? На фотокарточку. На улицу, что ли, повесить? Да нет, нет. Это я просто так, для себя. Марья Васильевна, у меня к вам просьба. Раз уж вы сейчас за отца и мать Виктору, присмотрите-ка за ним, хорошо? Я присмотрю, присмотрю, конечно. Вот вам телефон, на всякий случай. На какой случай? Ну, мало ли. Спасибо. Сергей Анатольевич, ты у себя? Слушаю, Воронин. Не везет тебе на дежурствах. Улица Новая, 17. Преступник вооружен. Ты старшей группы. На выезд. Есть. Извините, Марья Васильевна. Когда он первый раз освободился?
родился, сразу домой ко мне пришел. И прощение просил. В чем дело? И все. А я говорю, не мухит, не выйдет, ты меня замучил. Вот окно. А он говорит, я тебя люблю, и не смеглялся. А сейчас чуть нас не перестрелял. Скажите, где он взял ружье? Я не знаю. Он говорит, что друг оставил. Какие ваши окна? Вон там, тот и сейчас всех перестреляет. Мухина, пустите. Мухина, успокойтесь. Ребят, возьмите ее. Вы только навредите. Меня. Убрать людей. Ребят, пошли. Успокойтесь. Никого не пускай. Мухин, не валяйте дурака. Бросьте оружие и сдавайтесь. Ну где тварь? Эй, начальник, давай ее сюда. Или ты притащишь жену, или я кончу ее, ублюдков, понял? Мухин, не дурите! Бросьте оружие! Мухин, вы же умный человек. Зачем вам это надо? Я тебя понял, начальник. Резину тянешь, но я ждать больше не буду. Убью, гад! Сильно зацепило, а? Да нет, ничего, ерунда, царапина. Испугались, а? Ну, не надо плакать, не надо. Все хорошо, все хорошо. Ну пошли, пойдем. Давай, накрой. Егор, я здесь. Горя его мяч. Давай, Влад. Взял. Есть. Эй, чемпион. Долго еще будешь в бирюльки играть? Есть дела посерьезнее. Славка, Славка, не ходи, не хочешь ведь? Славочка, мы ждем. Ты же команду подводишь. Привет олимпийцам. Слушай, у тебя своя голова есть? У него-то есть. А кое-кому, видимо, надоело. Лови, чемпион, заслужил. Убирайтесь отсюда, скоты. Это ты кому? Вам, конечно. Все остальные здесь люди. Не надо, Коля. Все правильно. Мусор надо убирать. Вся королевская рать. Пошли отсюда, мальчики. Конец первой серии. А вот вторая будет объявлена особо. Пошли.
Щенки совсем обнаглели. Ну ничего. Ну, я привык платить по счетам. Может, ко мне закатимся, а? Бред! У тебя бабка вечно суется, посидеть спокойно не дает. После милиции совсем озверела. Как ты ее терпишь? Я бы не смогла. Тошно, когда в душу лезут. Кстати, такие уже не носят. Да ты что? Новые же, только достали. Серьезно? Обалденные штанцы. Коля, а может, тебе завалим? У тебя своя комната. Посторонних в дом не води, обворуют. Ты-то чего? Ты-то чего хвост поджал? Коля! А? Нас бы трое было. Я как-то не знаю. И нашим, и вашим, да? Нет, ты без дураков. Ты с кем? А? Хочешь, иди? Иди! Да, ну, чего в самом деле? Я с вами. Умница. Верно решил. Им теперь друзья не нужны. Им скорая помощь понадобится, понял? Я вас очень прошу, ребят, не надо. Ух ты, заступница. А что, может, к тебе пойдем, а? Ну, как там твоя мамочка? Так у меня же новый папа. Поздравляю. Мне и самой дома тоже. А что так? Ладно, кончай. Ну что ты, Лёка? Я тебя в обиду не дам. Один раз живем. Айда в стекляшку. Догонит. О, мужики, насчет курева сообразим. Премию обмыли, а насчет курева забыли. Так что выручайте, ребят. Иди, иди, топай дальше, ударник. Так я пойду, но я по-человечески. Ай-яй-яй, Владимиров, разве так можно разговаривать со взрослым человеком? Чему тебя только в школе учат? Если я правильно понял слово «премия», то я гарантирую котлеты по-киевски. Пошли, извинимся перед дяденькой. Может, не стоит, а? Да точно, ребят, хороший вроде мужик, а? Подожди. Иди займи место. Проскочим. Дяденька, ну пошли ребят, покурим. Ребят, вы чё, ребят? Чё? Иди, иди, ребят, иди. Ты чё? Ранил. Здравствуйте. О, Киреев, здорово. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Все хвораешь? Да нет, у меня все путем. А что, моя опять что-нибудь накатала? Да нет, нет, пока ничего. Ну, слава богу. Где тут у вас Сайкин? Сайкин-то? А ну, вот. Ну, я. Коллектив, подъем. Я Сайкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Сайкин? Я Сайкин. А есть уголовного розыска, старший инспектор Воронин. А что стряслось-то? Да не волнуйтесь, чего уж так занервничали. Вот и я хотел узнать, что стряслось. К нам в отделение поступила телефонограмма. Некий Сайкин был избит неизвестными подростками. А-а-а. Били, били, очень били. Били? Ага. Ну, кто, где, когда? Когда? Вчера. Да, вчера. А вот где, затрудняюсь. Вас подобрали в 22 часа в сквере Шашлычной. В сильной степени опьянения. Вас не ограбили? Чего? Ну, сколько их было? Двое, трое, пятеро? Кажется, один. Или два. А сколько им лет? Кому? Ну, тем, кто вас избил. А, пацаны. Пацаны? Ага, малолетки. А вы среди этих никого не узнаете? Посмотрите.
Вроде он. Так вроде или он? Похож. Любопытно. Горяев, к тебе. Сейчас. Что, магнитофоны тоже чинит? Да он все чинит, лишь бы только взялся. Да. Привет, Изотыч. Привет. Вот, Изотыч, посмотри, маг принес, не пашет. Так это в радиомастерскую надо. Да я носил, они говорят, у них деталей каких-то нет. Заказов много. Ну, посмотри, Изотыч, все будет как у людей. Там не скоро. Сейчас, товарищ, сейчас. Ага. Ну, как Гулик несчастный. Да ладно, чего ты? Ладно, ладно. 68 копеек. Смотри, как новенький. Фирма. Значит, этого гражданина ты избил один, да? Да никого я не сбивал. Пьяный какой-то полез. Но я его толкнул, вроде. А, понятно, понятно. Ну, хорошо. Ты его толкнул, он упал, так? Я тебя спрашиваю, что ты задумался-то? Когда ты его толкнул, он упал? Да он до этого падал. Весь в грязи был. Ах, вон оно что. Ну, ладно. Давай-ка перенесем все это на бумажку. Сергей Анатольевич, можно немножечко я буду? Куда? В туалет. В туалет захотел? Ну, иди, иди. Значит, по коридору прямо и направо. Ручку оставь. О, простите, извините. До свидания. О, я сейчас приду. Здрасте, Марья Васильевна. Здрасте. Извините, что я опоздала. Ничего, я всегда опаздываю. Ой, устала. Так, значит, вы не волнуйтесь. Ваш внук у нас. Вот-вот, не волнуйтесь. Я тут все выясняла. Похоже, что ваш внук и мой балбес ударили какого-то алкоголика. Вашего забрали в милицию, но он оттуда удрал. Ой, господи. Ну, не бойтесь, ничего страшного, это мы уладим. Но я думаю, что, вы знаете, надо вашему внуку буквально, ну, недели на две уехать куда-нибудь. Куда уехать? Зачем? Может быть, больной тетке за город. Ой, да у нас никакой тетки нет. Ну, это вы в милиции скажете, что он уехал к больной тетке за город. Ну, а на самом деле он поживет недельки две у моей сестры на даче. Хорошо? Вот уехали на эту свою стройку-то. Сына оставили. Им-то что, а мне каково? Сил ведь нет никаких. Ой, ну не переживайте вы так. Уж такая наша женская доля. Трудно с ними. Ой, трудно. Трудно. Не знаю. Раньше-то как-то легко с ним было. Да. А теперь вином стал попахивать. Откуда деньги-то? Ну, каким вином? Да вы что? Они вообще хорошие ребята, они же не пьют. Это иногда в кино перед сеансом бутылочку пила. Не знаю. Вчера уже в милицию хотела идти. Господи, зачем в милицию-то? Да мне милиционер сказал, в случае чего так приходи. А зачем туда идти? Они сами к вам придут. И вообще скажите, что Виктор никого не бил, и все. Да как не бил, когда ударил? Да мы с вами предполагаем, что он, может быть, кого-то ударил. И больше никто об этом не должен знать. Это мы с вами знаем, какие у нас ребята, понимаете? Ведь они хорошие ребята. Может быть, они просто побаловались, пошалили, понимаете? А ведь милиция будет смотреть совсем другими глазами. Не надо туда ходить. А как это-то пьяница, которого ударили? А вдруг он придет и заявит? Ну, пьяницу я возьму на себя. На себя. Ну, надеюсь, Сайкин чувствует себя получше. Ну? Ну, тогда давайте пригласим понятых, составим протокол опознания, да и заявление от вас надо принять. Слушай, начальник. Да? Хочешь правду? Ну, а как же? Очухался. Мужики в палате учат. Говори, что избили, значит, будешь пострадавшим. А пойдешь по пьяни,
пойдешь по пьяни, штраф, бюллетень аннулируется. Вот и сказал. А кто кого бил? Меня били, я бил. Сказать по правде затрудняюсь. Я вижу, Сайкин вас здесь не забывает. В общем, пьяный был. Вот и кувыркас до места прописки. Это со мной бывает. А этого как же опознали? Да может, видел где. А где, сказать затрудняюсь. Понятно. Думаю, это не последняя наша встреча. А что нужно, чтобы попасть в экспедицию? Ну, видите, приходят ребята в экспедицию постоянно. Вот я хочу, можно ли мне принимать участие. Я всегда стараюсь этих ребят отговорить, во-первых, с самого начала. А сам стараюсь почувствовать все-таки, что это за человек. Но никто у нас не курит. Значит, спрашиваю, куришь ты, не куришь? Предположим, говоришь, что курю. Это не может быть для меня важным аргументом, потому что курить все-таки можно бросить. Я тоже курил. Я его спрашиваю, хорошо ты там бегаешь на лыжах? Но это тоже не главный вопрос, потому что я понимаю хорошо, что можно сам за полгода научиться хорошо ходить на лыжах. Стараешься понять все-таки его вот такие вот человеческие качества. Значит, насколько он честен, насколько он трудолюбив. Но потом сразу, конечно, чувствуешь, простой парень, контактный парень, или, значит, он там заносчивый, чванливый, это все-таки тоже все совершенно неуместные качества. Потом с этим парнем нельзя будет жить в одной палате, делить последний кусочек хлеба и так далее, и так далее. Потому что все это так на самом деле потом будет происходить, или может так происходить. Дмитрий Игоревич, можно вопрос? Вам ни разу не было страшно? Тоже из себя представляет страх. В чем суть страха? Если ты окажешься в воде, то не страшно даже за свою жизнь, за то, что тебе потом придется мокрым быть на морозе, что-то неприятное или что-то может как-то фатально кончиться. Страшно за то, что ты всех задержишь. То есть страх за исполнение самого дела. Дмитрий Игоревич, скажите, пожалуйста, а вот зачем вообще ходить на Северный полюс? Ну вот, видите, ребят, вы мне задаете вопрос трудный. Ну, безусловно, все-таки нужно помнить о цели вот такой вот географической. Мы шли к Северному полюсу. За Северный полюс постоянно на протяжении нескольких веков между самыми разными странами происходили такие вот национальные вроде как соревнования. Кто дойдет до Северного полюса? Ну, вы помните хорошо, что, например, в 1977 году впервые в истории до полюса дошел наш советский атомоход «Арктика». Это было национальным достижением. Когда мы до полюса дошли на лыжах, но мы тоже были посланцами своей страны, и тоже на полюсе исполнялся государственный гимн Советского Союза. Вы знаете, все вот это для нас, вот торжественная церемония на полюсе, это, конечно, вот для нас было это, ну, великий праздник. И вот там, стоя на Северном полюсе, вот в этой точке удивительной, где сходятся в один пучок меридианы, понимаете, вот нельзя было, скажем, не подумать о том, что почти половина меридианов бежит от полюса все-таки к берегам советской страны. Вот эта вот гордость на полюсе за свою родину, за свою необъятную страну, она была тоже очень сильной. Вот с ней было связано наше счастье, счастье нашей победы. Пусть в вашей жизни будет свой полюс, пусть это будет трудный полюс, и пусть он будет счастливый. Я уж думал, не застану вас. Ну что ж, рассказывай. Да чего рассказать-то? Я полагаю, что орденами-то Красной Звезды не каждый день награждают. О, ну вот о чем. Было дело, было. Рад за тебя, Сереж. Спасибо. От души тебя поздравляю. Спасибо, Иван Михайлович, спасибо. Спасибо. Ну что ж, был я на заводе у Горяева. Толковал с людьми. Все подтвердилось, как ты говорил. Юль, выше бери, выше. Хорошо, Юля, хорошо. На себя тяни, на себя больше. Стоп! Олег, Борис, 4 минуты в стойке. Время. Я! Вот в этом приеме следи за левой рукой, вот так. Сильно болит? Да, ерунда. Мелочи жизни. Терпи, казак, до свадьбы заживет.
Шуточки у тебя. А что, Сафонова? Что с человеком сделал? Юлька, да он сам виноват. Егор, ты же сам виноват. Ой, сам. Знаю я тебя. Ты понимаешь, я его на болевой поймал, он по ковру не хлопал. Ты чё, по ковру не хлопал? Думал, вывернусь. Ладно, Андрей, не переживай. Иди работай. А чего она? Ну что, Егор, как Горяев-то поживает? Славка-то? Ага. Плохо. Сегодня у меня ночевал. А что? Опять с отцом подцапался. Да. Сергей Анатольевич, а вы нашли того, кто избил пьяного у стекляшки? Ищу, Егор, ищу. Алик, ну хватит. Аккуратнее можешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я из милиции. Мне бы хозяина. Да весь утро уже был участковый. Вы хоть бы выходной дали, покой какой-нибудь. Кого там еще принесло? Я к вам, Матвей Изотович. Можно? Пожалуйста, проходите. А, моя милиция. Что ж, милости просим к столу. Извините, завтракаю. Не поздновато ли? Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуй, Слава. Здравствуй. А тебя как зовут, герой? Да Борька он. А это Машка. Здрасте. Здравствуй, Маша. Чем занимаетесь? А мы телек чиним. Да что ты говоришь? Да соседка телевизор принесла, КВН. Строчник барахлит, а в ателье не берут. А, понятно. Соображает, пацан. Дай бог, иному ученому. Где бы нам побеседовать, Матвей Зотович? А где хочешь, у меня от моих секретов нету. Пройдите, пожалуйста, сюда. Значит, пьем, Матвей Зотович. А кому какое дело? Я на свои пью. На свои? Вон Александра Ивановна в двух местах работает, чтобы ваших птенцов прокормить. Кто жалуется? Я не жалуюсь. А надо бы жаловаться. Наладчик высшего класса, можно сказать, ас. Ключики точит, зажигалочки заправляет. А главное, учиться не надо. Это ты откуда знаешь? Да так интересуюсь. Ну, кому-то надо и ключики точить. Гордый он нас очень. Гордый? Что-то я в металлоремонте, извините, не заметил. Только гордость и гонор — это вещи-то разные. И смешно это объяснять взрослому человеку. Ваше место на заводе, это прекрасно понимаете. Не больно ты там нужен? Нужен. Мастер Горяев нужен, а не взорвавшийся прима. Да и не в тебе сейчас дело, о ребятах подумай. Секретов у него нет. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Борисович. Когда поедем-то? Минут через 10. Привет, мужики. Да, здрасте. Сиди. Дайте напиться. Фу. Я же тебе говорил, не отпускаю. И что мне делать тогда? Работать. Какие новости? Вас Москва вызывала, Игорь Борисович. Москва? Танюша, объясните вы, наконец, Елисееву, что мне не звонки его нужны, а оборудование. А если он этого не понимает, пусть там в Москве и остается. Да это не Елисеев звонил, Игорь Борисович, а какой-то Воронин из милиции. Из милиции? Значит, перепугу на себе наговорил. Угу. Никакого гражданина не толкал? Не. И вообще, скорее, в тот вечер не был, да?
А чего я там забыл-то? Да, к счастью, пока еще тоненькая. Знаешь, какие дела бывают? Хочешь, покажу? Угу. На, полистай. Так это вы, что ли? Так это я. Узнал. Почитай, лет с 12 в нашем отделении на учете состоял. Как теперь говорят, трудный подросток. То стекло разбил, то подрался. Ко всему тому же еще голубятник. А раз голубятник, значит, отпетый, как считали в то время. Вот. Вот как раз в твоем возрасте я чуть действительно в тюрьму-то не угодил. Если б не Иван Михайлович Назаров, еще неизвестно, как сложилось. Это общественник, да? Уже познакомился? Молодец. Вот и мне не хотелось, чтобы твоя папочка толстела. Да. Воронин слушает. Кто-кто? Иди, посиди в коридоре. Может, в туалет зайдешь. Дорогу ты помнишь? Я слушаю вас, Сайкин. Ну вот что, давайте так договоримся. Я буду вас вызывать столько, сколько понадобится. Утрись, малявка. Какого дядьку? А ну не трогай его. Что тут происходит? Вот Игорёк говорит, что Владимиров дядьку пихнул. А с ним еще один был. Уверена, что Бойко. Еще один был? Игорь, а ты второго узнал бы? Нет. Темно было. Игорек, а я точно в саду был, а? Да вроде да, вроде нет. Ах, вроде да, вроде нет. Ну иди, иди. Свободен. Понадобишься вызову. Иди. Знатоки. Почему отпустили? Он же преступник. О как. Мне в этом деле потерпевшего не того же преступника нашли. Лихо, братцы, лихо. Ну тогда извините. Юлька, я догоню. Вот такие, брат, дела. Он меня спрашивает, ну ты бил кого-нибудь? Я говорю, да я был когда пьяница, но я его толкнул. Торжествуйте, герои, есть что вспомнить. Избить беспомощного человека, мечта подонка. Ну зачем же так грубо? Что? Что такое? Оп! Ай-яй-яй-яй-яй! Что? Что ты сказала? Повтори. С первого раза не запомнил? Здорово! Ты что, а? Скотина! Ты что, Сафонова? Ну, оступился человек, упал. Отпусти ее. Разве так просит? Ведь он, кажется, о чем-то просит. Ладно, прошу. А вот это другое дело. А теперь запоминай, друг, благо у тебя память хорошая. Помнишь, на спортплощадке я сказал тебе, что будет вторая серия? Так вот я свое слово держал. А еще раз возникнешь, сегодняшний день праздником покажется. Зря ты ему руку доконал. Все равно, что бить лежачего. Что, у каждого червя бюллетень спрашивать? Но ты же нарочно, я видел. Да и с Сафоновой тоже не по делу. Запомни, у кого сила, то ты прав. Ты же знаешь, я лежачих не бью. Ты разве бил? Но я был при этом. Ладно, утри слюни, заступничай. Но ты полегче. Я ведь не Горяев. Ладно, не будем. А лежачка надо бить, чтобы они вставать научились. Синяки будут.
Да пусть хоть тысячи синяков просить этих гадов. А ты просил, ты бы что на колени встал? Что? А я-то дур. Что, собственно, хочет этот Воронин? По-моему, он хочет, чтобы наш сын не сел в тюрьму. Может, он просто преувеличивает, как ты считаешь? Да нет, мне кажется, он мужик толковый, зря болтать не станет. По-видимому, там ситуация уже критическая. Странно, мама мне ничего не писала. Твоей маме самой нужен и уход, и внимание, понимаешь? Знаешь что, Люда? Кому-то из нас надо ехать в Москву. Кому-то? Понятно, кому. Только кто меня отпустит, особенно теперь. Я отпущу. Как ты все легко решил. Это моя работа. Мой будущий город. Ну, города и мосты у нас еще будут. А вот сын у нас один. Послушай, у Виктора скоро летние каникулы. Целых 3 месяца. Может, попробуем, а? Хорошо. Я за. Вызовем Витьку сюда. Только учти, я с ним цацкаться не буду. И тебе не позволю. Понятно. Знаешь, к нам зачастил уголовный инспектор. Да. И этот общественник, они все ходят, что-то выспрашивают. Скажи, они вообще так имеют право приходить, спрашивать, нет? Нет, упаси бог. На учет не состоит. А, имеют. Ну, скажи, а в случае чего, к кому обращаться? Нет, нет, не жаловаться, о чем ты говоришь. Нет, просто посоветоваться. Подожди секундочку, записываю. А фамилию не знаешь? А телефон? Ну, спасибо, поняла. А еще кому? Ага. Подожди, минуту. Ты можешь делать потише, когда я разговариваю по телефону? Пока. Знаешь, что я разговаривала сейчас с юристом? Они все-таки имеют право сюда приходить. И вообще, все эти визиты не безобидны. Перестань. Спрячь эту игрушку. Она вообще мне никогда не нравилась. И не смей выходить с ней на улицу, слышишь? All right, baby. Давай. Счастливо. Пока. Всего тебе. Саша, руку дай. Пожалуйста. Привет. Здравствуй. Ух ты, вымахла. Тебя не узнать. Стараюсь. Как добрался? Терпимо. А где отец? На объекте. Я сама еле-еле выбралась. Ну что, двинули? Пошли. Путешественник. Мне бы хотелось, чтобы ты понял, что значит для нас матерью наша работа. А вот этот мост строит бригада Тинаева. Самая молодая бригада на трассе. А, да, я читал. Москвичи. Нравится? Нравится. Я считаю, что это лучший проект матери. Ну, остальное, я думаю, ты сам поймешь. Ясно? Ясно. Одно мне не ясно. Что мне здесь делать-то? Вообще-то здесь ребята вкалывают. Возможно, ты устал за год. Тогда можешь, как в песенке поется, швырять камешки с крутого бережка. А чем я хуже других? Ну, а чем лучше?
Вообще-то я хотел бы, чтобы ты здесь поработал. Я за. И деньги платить будут. Все, что заработаешь, твое. Идет. Когда приступать? С завтрашнего дня ты в бригаде Тинаева. Это верст 30 отсюда. Увидимся в конце лета. Если, конечно, ты раньше не сбежишь. Слушай, а что ты меня не спрашиваешь ни о чем? Ну там, как дела? Как учеба? Надо будет, сам расскажешь. Ёжик резиновый, шёлый по снегу, ёжик резиновый, шёлый по снегу, дырочки в правом боку. А для звезды, что за ванной падает, есть только дыр. Привет! Ну сколько можно тебя ждать? Да так получилось. Ну что, пошли, что ли? Подержи. Опять с отцом что-нибудь? Да нет, с отцом все нормально. Держи. А что случилось? Да братишка за мной увязался. Еле отстал. Ну ладно, пошли. Не сбежал? Если б сбежал, мы план завалили. Виктор, начальство прилетело. На ковер вызывают. Вообще-то у меня сегодня неприемный день. Но из уважения к начальству готов пожертвовать своим обедом. Так что через 20 минут я к вашим услугам. Смешно. Через неделю в школу. Не соскучился? Как же. Ночи напролет рыдаю. Ну, а по ребятам не скучаешь? Скучаю. Послаб. Горяеву? А ты откуда знаешь? Кое-что знаю. Чего не знаешь, спроси. Я же сказал, захочешь, сам расскажешь. Ну, ты даешь. Макаренко, хоть час на место Воронина. Воронин на своем месте, а я на своем. Только у нас с ним одно общее желание. Чтобы среди Владимировых не было подонков. Значит, без Воронина не обошлось. Ладно, отец, успокой мать. А на будущий год опять к вам приеду, без приглашения. Хочу посмотреть на вашу дорогу. Нашу дорогу? Ты же ее тоже строил. Или это не дошло? Тогда тем более. Да, и вот все что. Спасибо тебе. За что? Ну, за то, что обошелся без нотаций. В общем, все правильно. Номер люкс в двух шагах от моря, утром... Водные лыжи, вечером барки, гельбан. Значит, скучно не было? Конечно, нет. Времени не было скучать. А у меня было. Здорово. Салют. Ну? А где Славка? Да они там с Егором что-то чинят, с папашей. Папаша опять под датой? Да нет, как ни странно. Странно. Полезный. Правда. Ну, как дела? Что нового? Вчера ты так обкалывал? Да. Ничего, флакончики. Где? Чего не сделаешь для друзей? Берем? Нет, в эти игры играть охота пропала. Коль, не стоит. А ты заткнись. Твое дело последнее. Тебя что, в Сибири шпалы придавило? Или перед папочкой дрожишь? Отца не трожь, понял? Ты нас сюда пригласил? Мы пришли. Денег нет. Держи, кстати, свои заработанные. Ты на этот червонец пластырь для мозолей купи. А ты знаешь, как они зарабатываются, мозоли? Пробовал?
Это тебе не у мамочки 3 рубля выклянчили. Мальчики, не надо. Коль, у него деньги есть, пойдем. Я на чужие не пью. А на чьи? Не надо, Коль. Да иди ты. Ну давай догоняй, беги, ну. Пусть Степанов зайдет. Все. Подписывай. Вот здесь. И вот здесь. Пиши. Отведите его в дежурку. Пусть там посидит. Иди. Официальное предостережение. Это уже серьезно. Входите. Все-таки я никак не могу понять, почему вы не хотите писать заявление. Но у меня ничего не пропало. Как это у вас говорится? Материальный ущерб отсутствует. Но ведь кража-то была. Ну, вы и занимаетесь. Я предпочитаю дело с милицией не иметь. На суды и допросы временем не располагаю. Но ведь он же должен ответить за свои поступки, в конце концов. Как вы считаете? Быть виновником чьей-то покалеченной судьбы я не хочу. Ну, судьбу подростка будем решать не мы с вами, а суд. По моему заявлению. Не так ли? А я хочу спокойно спать. Я живу в этом районе. А у него тут наверняка есть друзья, знакомые. Вы улавливаете мою мысль? Улавливаю, улавливаю. Боитесь? Вам не кажется, инспектор, что вы на меня давите? Да нет у меня права такого. Как нет права привлекать таких, как вы. Ладно, пишите. Пишите расписку. Вещи перечислите. Получил в целости и сохранности. Подпись, число. Ну вот, когда встретит вас такой, как Бойко, вы вспомните сегодняшний день. Все? До свидания. Предпочел бы с вами больше не встречаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Я детей не стригу. Ай-яй-яй, Антон, нехорошо, нехорошо. Мужчина должен первый здороваться с дамами. Здрасте. Молодец. Ну, а здоровших родителей стрижете? Ну, что, Антон, интересно? Да. А вот мой внук Алешенька, он так машинку боится. Все, что угодно, только не подстригаться. А я не боюсь. Не ожидала такого дорогого гостя. Как тебя подстричь? Как папу. Ну, что делать будем? Стричься, бриться. Пожалуй, ни то, ни другое вам не нужно. Ну, почему же? А если я хочу быть похожим на Орфея? Вы-то. Умрешь, не встанешь. Значит, в Орфея не вяжусь. Ну, что ж, тогда побеседуем. О чем? Вернее, о ком? Об одной очень симпатичной девушке. Ну что, казак, терпишь? Молодец. А что теперь Николаев за это будет? Пока идет следствие. А сколько ему могут дать? До 2 лет. Впрочем, решать будет суд. И давно пора. Сколько раз я ей говорила, дрянь человек. Ну разве они нас теперь послушают? Понимаю, любой бы была. А то так, дурость одна. А что, Оль, может, действительно особой любви не наблюдается? А вдруг? Что-то не похоже. Только одно могу тебе сказать. Если он сейчас не щадит ни отца, ни мать, придет время, не пощадит и тебя. Ненадежный он человек. Ну а где ненадежный? Я что-то не встречала. А может, не замечала и не хотела замечать. Подумай, Оля, подумай.
Полезное занятие думать. Да не верю я вам. Понимаете, не верю. Но если только мне, это полбеды. А когда всем вокруг, это уже беда. Ну что, Антон, скажи всем до свидания и не забудь поблагодарить. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. А мы еще придем. Что, понравилось? Да. Придем, обязательно придем, и не раз. До свидания. До свидания. На, держи. А я не верю. Ни одному его слову не верю. Для него что слово дать, что таблетку проглотить, одно и то же. Пусть горько, но нужно. Сколько он их давал? Выполнил хоть одно? Раскаиваясь в своих поступках. Да это не поступки, а преступления. И мне не нужно дожидаться суда, чтобы называть вещи своими именами. Я считаю, что комсомольский значок на груди Бойко – это кощунство. Ну и что ты предлагаешь? Я предлагаю исключить Бойко из комсомола. Ребята, вы извините, что я вмешиваюсь. Вы сейчас примете решение. Не сомневаюсь, что справедливое и верное. Наказывать, конечно, нужно. Но ограничиться только этим, это уже не по-товарищески, не по-комсомольски. А вот этого не надо. Приняли, постановили и все. Обойдусь без вас. Передать в комиссию по делам несовершеннолетних. Штраф. И все. Мягкое решение суда. Чем это объяснить? Все очень просто. В течение года Бойко трижды мог оказаться на скамье подсудимых. Ведь всякий раз находились доброходы, которые путают грабеж с шалостью, кражу с болезнями роста. И при этом не забывают обвинить и школу, и милицию. Они элементарно не дают себе отчет, что безнаказанность порождает новое преступление. Я вызываю мать Бойко. Хотите присутствовать при разговоре? Нет, наша встреча еще впереди. The railway in Russia was opened in 1837. And since that time, people have covered millions of kilometers traveling from the one part of country to another by train. Well, take your seat. The lesson is over. Goodbye, children. Тебя долго ждать? Слав, мы же договаривались. Коль, там усилитель надо наладить в клубе. Вечер песни. Ну, ребят соберутся, неудобно. Я больше ждать не могу. Да не, Коль. Я с ребятами. Обещал ведь. Ясно. Будь добр. Верни мне курточку. А то на даче пугало обновить надо. Повносилась, знаешь. Носи свои обноски. Смотри-ка. Голос прорезался. Пошел вон, подонок. Пусти руку, гад, сломаешь! Ну, пусти его, Егор. Лежась, его не бьют. Ты что тут делаешь?
Тебя жду. Зачем? Сегодня вечер песни в клубе. Может, пойдем? Не знаю, я подумаю. Испытания. Я хочу, я хочу, я хочу прийти тебе на помощь. Я хочу прийти тебе на помощь. Позови, тебя осудят ли, обидят ли. Позови, хоть телеграфной строчкой. Позови, и только их и видели. Я прошу, проверь меня на прочность. Я прошу, проверь меня на прочность. Позови меня сквозь шторм, грозу и бури. Приплыву под звонким парусом. Но прошу, когда кого-нибудь полюбишь, не зови, чтоб поделиться радостью. Не зови, чтоб поделиться радостью. О, как тебя там? Анчар! О, Анчарушка! Привет, хозяйки. Анчар! Держи. Анчар! Анчар! Егор, куда? Анчар! Все хорошо. Анчарушка, маленький мой. Вот так вот, вот сейчас тепло будет. Сейчас, все хорошо. Вот так. Ну, мой хороший. Ну, как ты? Анчар, кто же тебя так? Я тебя люблю.
Ну ты даешь. Ничего, заплыв моржей. Ребят, пойдемте, Егору холодно. Может, я тебя провожу? Не надо. Я хочу побыть одна. Песни строить и жить помогает. Откуда? Тебя ж там не было. Зато ты там была! Ну чего ты так смотришь? Славка пригласил, я и пошла. Ты что, шавка? Тебя поманили, ты и пошла. Ну в чем дело? Ну посидел, песни послушал, ну. Потом Егор из проруби собаку спасал. Значит, она все-таки не сдохла. Это ты? Урод. Какой же ты урод? Послушай, крошка. Всех, кто будет стоять на моем пути, я буду давить. Да ты же не человек. Ты же не человек. А мне плевать хотелось на вашего человека. Господи, ну как же я могла тебя любить? Вот в чем дело. Ты меня... променяла на этих одноклеточных? Пугаешь? Да ты же трус. Заткнись! Ты же не сможешь, ты же трус! Заткнись! Правильно Воронин говорил, что ты сильный только со слабыми! Заткнись! Трус, заткнись! Трус. Заткнись! Признать виновным. Виновным, 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 виновным. Признать виновным. Виновным, 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 виновным. Признать виновным. Виновным, 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 виновным. Признать виновным. Виновным, виновным, виновным.